Минэкология проверяет информацию о заморе рыбы в озере в Кстовском районе. Об этом нам сообщили в ведомстве. О гибели рыбы в озере Нижние Сушки около поселка Большая Ельня стало известно в понедельник. Любители подледного лова обнаружили, что в водоеме много погибшей рыбы. Соответствующее видео рыбаки опубликовали в соцсети. По словам очевидцев, от воды пахло канализацией. Как сообщили в Минэкологии, сотрудники обследуют озеро и прибрежную территорию. Информация также будет направлена в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области для отбора погибших особей с целью проведения экспертизы и установления причин гибели рыбы, также пояснили в министерстве.